Заявляет глава МВД. По словам Линды Мурницы, в местах, где собираются проводить шествия, будет дежурить столько полицейских, что провокации станут физически невозможны. Завтра полиции будет больше, чем раньше, только потому, что тех заявок, которые были в Рижской думе, чисто физически тоже было больше. Так что ясно, что те группировки, которые между собой хотят или будут завтра ссориться, будет просто больше, и чисто физически их надо будет присматривать за ними, чтобы обеспечить порядок. Так что полиции будет настолько много, что, в принципе, я считаю, что провокации будут невозможны. В Латвии задержан активист эстонской антифашистской организации «Ночной дозор». Максим Рева находится в черных списках. Въезд в Латвию ему запрещен, однако в нашей стране он гостил уже несколько дней. Задержала его миграционная полиция сегодня днем, когда он выходил из офиса Латвийского антифашистского комитета.